Сегодня сложно найти причину, по которым наш матч на стадионе Turf Moor не мог бы получиться выдающимся. Все условия для этого есть. Смотреть этот матч вместе с вами будут Георгий Черданцев и Константин Генич. В прямом эфире мы сегодня смотрим одну из интереснейших лиг мира, английскую премьер-лигу. Это Бернли против Ливерпуля. Какие у тебя ощущения насчет сегодняшнего матча, Георгий? Вот, честно говоря, у меня ощущения очень хорошие. Команды неплохо готовые, здорово смотрятся в атаке. И я предвкушаю хорошую результативную игру. Бернли с первых минут представлен на поле в следующем составе. Ник Поуп играет сегодня в воротах. Чарли Тейлор в защите сыграет с Филом Барси. Эшли Вествуд начинает в центре полузащиты с Джеком Кортом. И впереди Крис Вуд играет вместе с Эшли Барнсом. Вашему вниманию стартовый состав Ливерпуля. Перед нами вариация на тему 4-3-3 сложной девяткой. Никак не могу понять, что это такое. Игрок, действующий из глубины поля. Эта самая девятка может доставить много хлопот сопернику. Thank you. Enjoy the game. Turf Moor – стадион на северо-западе Англии в Ланкашире, и здесь играет клуб Бернли. Небольшой стадиончик на 22 тысячи мест состоит из четырех трибун, которые названы в честь легендарных игроков команды – Джимми МакИлроя, Дэвида Фишвика, Джеймса Харгривса и президента клуба Боба Лорда. И великолепно он игру прочитал, хороший перехват сделал. Увидел открывание впереди, делает передачу. Мане, забивать нужно! Гол! Забивает Ливерпуль! Видно на повторе, что вратарь опешил и потерял ворота. Случается такое, и наказали его за эту ошибку. Да, оставалось только не промахнуться по пустым воротам, и игрок блестяще с этим справился. Один ноль в нашей игре. Goal for Liverpool. Number nine. Roberto Firmino. Джордан Хендерсон. Фабио Таварес. Вейналдо. Роберто Фирмино. Вествуд. Отдает он мяч партнеру. Ну, грузи в штрафную. Катают они мяч. Вы знаете, есть такая опция — тренировка удара. Робертсон. Вейналдо. Фабио Таварес. Вейналдо. Есть вариант для паса. Вествуд. Эшли Барнс. Крис Вуд. Джек Кор. Играют в пас команда. Разгадали замысел соперника они и завладели мячом. Фабио Таварес. Роберто Фирмино. Ливерпуль атакует через фланг. И можно развить эту атаку там в свободной зоне. Садио Мане. Отскок в поле от перекладины. Все верно. Выносит он мяч из своей штрафной.
Как все здорово было сделано в прошлом моменте. Отлично получился бы гол, будь ворота немножечко побольше. А так счет остался без изменений. Вейналдум! Гол! Ливерпуль забивает! Себя в этом моменте, и смелость его привела к голу. Отличные индивидуальные действия, отличная техника. Все было сделано очень четко. Тренер счастлив. Его план на игру работает. Команда выигрывает крупно. Ноль счет теперь. Кто знает, может быть, еще голы мы увидим. Джек Кор. Вествуд. И что дальше тут будет? И как он дальше мячом распорядится? И вратарь забирает этот мяч. Есть игрок впереди. Пройдет передача. Выбивает он мяч. Будет угловой. И сейчас мы еще раз увидим, как был забит этот мяч. Очень точный удар щечкой на исполнение. Шикарный гол. Подали мяч с углового в центр штрафной. Головой пробил игрок. Рядом со штангой мяч проходит. Какой шанс? Джордан Хендерсон. Хендерсон. Джорджиньо Вейналдум. Роберто Фирмино. Да, шанс был стопроцентный с такой-то дистанции. На тренере просто нет лица. Нельзя, конечно, разбрасываться такими возможностями. Роберто Фирмино. Играют они в пас. Хендерсон. Спокойно они готовят свою атаку. Джорджиньо Вейналду. Можно бить! Отнял мяч у нападающего в своей штрафной. Вейналду. Ну, не просто, конечно, такую оборону проходить. Это пассивный такой режим и ставка на превосходство в количестве, я бы сказал. Можно навесить сейчас. Фабиньо. Джорджиньо Вейналду. Робертсон. Фабио Таварес. Мяч в зоне атаки. И это должен быть гол! И это гол! Головокружительный розыгрыш перед воротами приводит к выходу 1-1. И как же хорошо он приложился к мячу. Знатный гол получился, что и говорить. Не пожадничал игрок, не стал пытаться пробить, хотя мог бы, наверное, а отдал великолепный пас партнеру. И эта связка здорово огорчила вратаря. И смотрим повтор гола. Отличный навес, и удар оказался точным. Эмоции тренера понятны. Пока все складывается далеко не в пользу его команды. Пока на поле только одна команда, счет на табло это очень точно отражает. Джек Кор. Эшли Барнс. Вествуд. Не дает этой атаке оборона развиться.
Хендерсон. Отличный пас он отдает. Играет в пас команда. Прорывается он с фланга. Ну и отлично вратарь играет. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. Неплохо как выпрыгнул игрок, но мимо ворот мяч прошел после его удара. Хорошо разыграли мяч они в этой атаке, но не повезло с завершением. Далеко от створа мяч ушел. Джек Кор. Фабиньо, мастер перехватов. Роберто Фирмино. Отдает он передачу. Классный отбор, можно играть. Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты. Может получиться интересная атака. Ох, как хорошо. Ван Дайк играет на перехвате. Айда пас выполняет Фирмино. Ходит мяч у них. Удар нужен! Вполне тут гол мог состояться, но хорошо на выносе сыграли. Эшли Барнс. Ну что же, часто говорят, что счет 3-0 к перерыву свидетельствует о том, что игра завершена. Но придется еще играть целый тайм. Стоит отметить игру Роберто Фирмино. В атаке он проводит очень хороший матч. Да, его есть за что похвалить. Он действительно очень здорово пока что играет. Старается завершать атаки, наносит удары и, как мы видим на графике, забивает. В общем, играет так, как и должен играть форвард. Подозреваю, что во втором тайме футбол может напоминать показательное выступление. Как детектив, он интерес уже не представляет. Вейналдум. Хороший пас получился. Не увенчалось успехом эта атака. Мане! Опасный удар. Рядом со штангой мяч проходит. Чуть-чуть поточнее пробей, и был бы точно гол. Бен Ми. Вествуд. Крис Вуд. Есть кому в атаке помочь. Тащит он мяч вперед сейчас. Защитник должен снимать такой навес, что он и делает. Роберто Фирмин. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Джек Кор. В хорошем в отборе будет аут. Чарли Тейлор. Бен Ми. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Александр Арнольд. Джордан Хендерсон. Фабио Таварес. Вейналдум. Ливерпуль атакует через фланг, и можно развить эту атаку там. Забивать нужно! Здорово сыграл голкипер. Ни шанса не оставил соперника. Вествуд. Очень хорошо он умеет в пас играть. Крис Вуд. Интересно. Отличный пас прошел.
Ну, в принципе, неплохая была атака, но что-то вот как-то она оборвалась на полуслове. Теряют они мяч. Джек Корк. Отдает он мяч партнеру. Здорово сыграно. Тут контратака может получиться. Трибуны. Хороший пас на ход. Мане, забивать нужно. Не получилась эта контратака. Потеряли они мяч. Избавляться быстрее от мяча нужно при таком прессинге. Мяч покинул пределы поля, и это аут в пользу Ливерпуля. Свежие силы выпускает на поле тренер. Соскучился по своим товарищам по команде Фирмино и пришел их вот здесь поприветствовать. Можно продолжать игру, чисто сыграно. Хорошо играет сегодня в пас, очень высокий процент точных передач. Фил Бартли. Очень хорошо на игру читает, мастерски. Бросает в бой свежие силы тренер, хозяев поля. Действительно, сейчас произойдет замена. Двигается с мячом вперед. Хендерсон. С мячом Салах. И это гол! Болельщики Ливерпуля празднуют. И вот разрыв увеличивается, а оборона соперников даже и не чешется. Ну и какие-то шансы на исправление у них все-таки еще остаются. И, наверное, надо их применять прямо здесь и сейчас. У тренера все хорошо. Его команда не замечает сопротивления соперника на поле. Одна команда сегодня на поле. Все как предсказывали, неожиданностей нет, полное превосходство одной из команд на поле. Бывают иногда сюрпризы, но это явно не тот случай. Они настроились на победу и очень близки к ней. Замена. Поле покидает один из лучших игроков матча. Только послушайте, как благодарят его болельщики. И действительно есть за что, ведь на нем сегодня держалась вся команда. Титул лучшего игрока матча у него в кармане. Отличный удар накрыт. Мохамед Салах. В домашней команде, видимо, сейчас замена. Готов уже игрок выйти на поле, ждет разрешения арбитра. Родригес. Можно подавать тут. Алисон. Есть адрес у этой передачи. Мане, забивать нужно. Потащил один удар, но может быть и второй. Защитники справились и отодвинули игру от своих ворот. Хорошая была атака. Готов тренер замену сделать. Садио Мане. Фабио Таварес. Фирмино. Хорошо, он мяч защищает от соперника. Можно попробовать подать сейчас. И как он дальше мячом распорядится? Может что-то получиться из этого. Отстойки в ворота. Повторяю, там забитый мяч. Не повезло, конечно, голкиперу в этом моменте. От штанги мяч отправляется в сетку ворот. Гол заслуживает того, чтобы увидеть его еще. Эмоции тренера понятны. Пока все складывается далеко не в пользу его команды. Так бывает, и не обязательно, чтобы одна команда была на порядок лучше другой. Просто у одной все получается.
запускается, а у другой ничего. Основное время матча заканчивается через 9 минут. Замену готовит тренер гостей. Да, это должно освежить игру, ну хотя бы немножко. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Ай да вратарь, браво! Как здорово он сейчас сыграл. Непростой был удар, и действительно это классное спасение. И в центр штрафной подача. Можно подавать сейчас. Джек Кор. Отдает он мяч партнеру. Есть игрок впереди. Пройдет передача. Вот это момент. Алисон тащит сложнейший удар с близкого расстояния. Но вратарь сыграл, конечно, выше всяких похвал. Мяч летит в центр штрафной. Очень вовремя защитник играет на вынос. Катают они мяч. Джеймс Тарковский. Робби Брейди. Атака. Стоп. Мяч будет введен в игру ударом от ворот. Основное время игры заканчивается через 2 минуты. Вествуд. Фил Барцли. Родригес. Не получилось у них мяч удержать. Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты. Отдает он передачу. Берто Фирминио в штрафной. И спасает тот игрок свою команду от гола. Очень хорошо он подстраховал своего голкипера. Просто браво. И прямо в центр штрафной мяч летит. Игра завершилась. Игра вышла неоднозначно. Ну, правда, если с другой стороны посмотреть, однозначно. Ну, вот, правда, такое ощущение, что поле пока. Да, наверное, если бы еще несколько мячей на поле бросить, они бы все в одни ворота и покатились.